Забишь, идем, пацаны, чистим, мы экономим витамины, положим. Думал бы, что чистить. Так, на север. Бежал вперед, давайте догоним. Контакты на север? Да, на север у нас. От нас, скорее всего, будет северо-запад, потому что что там? Расстояние какое-нибудь, а? Вот я его уже слушаю. Контакты! Контакт НЕ, север. Близко. Моем построении их уверен по ним. Еще один где-то был. Где-то перед нами. Вверх побежал. Убил здесь он. Вот это он, видимо, и был. Мне патрон. На звуке буквально в деревьях прячется. Что, хочешь проверить? Каин в очке? Гранат есть или нет? Вот он, блядь, стоит нахуй. За раз. Охуеть. Надо было больше бакшотов брать. Давайте да, штурмся на выход, там офигенно помочь. Вот у нас синий дым, там Альфа сидит, давайте к ним поможем. Может, мы не справа прикроем их, блядь. Семен, как точно от вас противник на... На МВ вроде кричит, кто, блядь, китайский. Так, КПшка с юга, давайте так. Два кобры, давайте с севера заходите, как фон будете, а мы обойдем с юга. Два бобра. Блядь, два бобра, извините. Понял, идем на север. Кого обходить-то? Мы куда идем? Кричер. Я не понял. Давай, караваны. Кричер, куда идти? Куда Кричеру с Пашей идти? Пошли, может, Паша на САУ, караван, на МС. Встретили контакты на севере от нас. Давайте сейчас поможем. Дохуя, давайте назад попробуем. Дохуя, дохуя, мы здесь. Откинул дым, севернее дыма. Сейчас мы ебанем их. Белый дым. Подтягивайтесь к нам, Кобра, на вест. Отходим, отходим. Браво, встретили контакты впереди на севере, ведем огонь. Вон у меня только дым появился. Белый. Да, да, у нас в целом. БГР. Ты жив? На востоке. Блять, совсем близко! Между нами и оранжевым дымом! Между нами и оранжевым дымом один близко! Че говоришь? Между нами и оранжевым дымом один был близко совсем! Блядь. Одного больнул! Никого не видно, блин! Че с ним? Чекнемся. No hair trade. Кто-то завяжет ему торс. Я завязываю сфер. Торс. Кричер на севере где-то смотрел.
пару гранаток просто в джунгли, ебошь. Так, давайте твой лечит бобра, остальные разберитесь. Лечу бобра. Лечу бобра. Голову завяжешь? Да-да. Проверь пульс, ты потом... Массажик. Хартрейт есть. Ну тогда просто адреналином можно пройтись. Че, у меня на крови залетел. У меня крови нет, есть? Ну, в принципе, крови... Здесь, в принципе, залез он до хуища контакта. Принт нам нужен... Ой. Иван, нам нужен медик на кровь, на бобра. Не надо, у меня есть кровь, я их залью сейчас. Уже не нравится. Где-то. 330 это хуя, да? 330 ноль свес, там на поляне они бегают. А, контакт идет на Марс. Ровно... Караван, вы прошли дальше на север? Да, догоняй. Его не видно, вставай. Тоже, давай, догоняй вас. Вот. Ну, да, не... строго на Норс от нас, пацаны, я вижу там, среди деревьев. Не мелькают. Пальцем прям для дурака, где враги? Ну, прям на нас, смотрите, вон там, да? Вон, да-да-да. Вот, вообще. Короче, от нас на площадь северская. Прямо перед нами уже 100 метров. По нам его... Блять, сори! Назад, 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 осторожно. Проверяй личных напарников, все живы. Я Эпик жива. Паша, ты жив? Да. Про ранен перевязываешь. Паша? Павел не отвечает, найдите Павел, Павла. Встаньте от меня, я занят. Ты вернись назад, блядь. Блин, там пулеметчик бежал. Его нужно было устранить. У кого есть кровь? Дайте кровь. Я тебе уже давал кровь. Ты мне мало дал. Ну блин, больше нет. С напарами работаем, один бинтует, второй стреляет, а не меня. Бобёр, кивра готовы. Так, убрал вас. Бобёр, давай чуть правее пройди. Вы прикройте нас снова с станка. Тифон гоните. Ровно на севере от нас. Север где-то. Вот там прямо сколько нахуй куда-то. Это тут. Это бы могли быть мои осколки. Понял? Он бежит. Вон там. За деревом, блядь. Слева от тропинки в деревьях. Вот где взрывается подствол. Да, еще пару гранат закиньте. Видел, куда я указал, там где-то за деревьями бегал. Там и наши могут дать. Он пробежал направо. Или это бабочка, блядь, была. Все это дерево, короче. Бля, я боюсь, что осколками своих задену там кто-то, блин. Да, блин, наверху разберутся. Кто свои, кто чужие. Бля, бля, может это караван мертвый там? Да может. Бра? Караван упал. Блять. Метол Эпик, там у вас кто там? Блять, Павел упал тоже. Полумертвый, тут все остальные лежат. Пусть как могу.
У меня вроде все. Бля, тут помощь каравану нужна, я пока Пашу буду. Блять, у меня кобра упала, я не могу его поднять. Если у меня есть, блять, а у тебя есть, блядь. Бежали, блядь, пиздец, жестко, нахуй. Сейчас. Какая нога? Ну, блядь, это. Свои, блядь, по мне ебашит, нахуй. Это фрэкчерт, а это простое потеряло кровь. На которой красная хуйня, да. Только не вертись, блядь, пожалуйста, да. Я пытаюсь. Лучше медик у меня, давай там проще будет. Apply sprint. Все, сейчас. Так, тут Иван все, лежит. Нам нужна помощь. Тут каравану нужна помощь. Иван. Забейте за Ивана, он с другого отряда. Прикрывай, я Ивана посмотрю, но он, по-моему, пизда совсем. Прикрывать буду сам, походу. Там Жаков валяется. Бля, тащи его сюда. Не, все, Ивана пизда. Иван откинулся. Так у него труп пропал. А, ну пизда. Фанаты шмаляют. Когда я зовут, а, блядь? Блядь. Минус, 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 минус. Ага, Иван тоже пропал. Кто-нибудь живой есть? Ага, вижу. Отходи, Митя. Бля, мне бы пригодилась помощь, если можно, но меня, блядь, прижали. Мне бы бинтануться, если меня кто слышит. Насколько вы тут живые, пацаны? Блядь, я поднялся, сука! Тебя лечить или Эпика? Эпика лечу, Эпика. Ух, сука. Откуда суста? Да, со всех сторон. Блядь. Ай, сука. Я живой! Блять, как так? Почему я еще жив? А? Сука! Я жив! Кобра. Блять, может еще эпик откачаю? Он еще живой. Блять, как это посмотреть, сука? Близин лост. Блять, можно, можно же, наверное, да, можно, можно еще спасти. Что нужно делать? Field dressing. Сука, у меня столько бинтов там на ней окажется. Привет. Привет, я пытаюсь откачать эпика, подожди. Так, тут еще кто-то рядом лежит, он тоже живой. Ну вот давай занимайся им. Уже кровь срочно, блядь. Пиар, блядь. Меня не смотрел. Да? Пульс 80. Я своих еще. Давление мало. Давление должно быть больше 100. Ну, блядь, крови нет. Привет, пацаны. Пиздец. Кровь быстрее лейте, быстрее кровь, блядь. Лью. Обоим. Обоим нужна кровь. Окей, второго наливаем. Блядь.
Снимайся. Нормальный хардрейт это от 46 до 119. Просто рассосите чуть-чуть на 8, смотрите. Все, хардрейт понижается. Там я того, блядь. Еще крови нужно. Пошли. Еще крови нужно. Нужно донести его до крови. Я заливаю. А, окей. Можем просто уйти на север, пока никто не идет. Да, я там оттенится. Все, брал, пацаны, поднимаем его, возвращаемся. Блядь, ты ж рот два аденозина вколол. Зачем вы, зачем вы вдвоем колите, колите, блядь? Да у него теперь понижается пульс, блядь. Да нормальный у него пульс. Сколько он падает? 94, нормально. Пусть нормально. Падает, 93. Он падает, блядь. Нет, блядь. Ну, блин, еще адреналина колит там. Да хватит меня уже колоть, блядь. Наркоман. Все. Дрон, торч. Все подняли, давайте, пацаны, возвращаемся на дорогу. О, наконец-то. А пацаны будут?